Очередная благотворительная акция прошла в Солигорске. Помощь врачам в виде средств специальной защиты передали члены профсоюзной организации. В руки медиков было передано порядка 1000 халатов и 2000 пар перчаток. Такое мероприятие в связи с эпидситуацией стало уже традиционным. Акции как благодарность врачам, которые ежедневно ведут борьбу за здоровье солигорчан. Кроме прочего, сегодня профсоюзными организациями также оказывается помощь и заболевшим. Кроме помощи медикам, первичными профсоюзными организациями Солигорского района уже сегодня оказана помощь членам профсоюза, заболевшим острыми респираторными заболеваниями. Материальная помощь на сумму более 100 тысяч рублей. И закуплено из средств профсоюзных дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты на сумму более 50 тысяч рублей. Сбор денег продолжается. Кроме того, профсоюзные активисты лично сами вносят деньги на специальный расчетный счет, который создан при Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Медики предупреждают, что во избежание новых случаев заражения нельзя пренебрегать масочным режимом, а также стоит по-прежнему держать дистанцию в людных местах и использовать санитайзер.